На ремонте вот такая микроволновка Samsung TDS, модель G2739NR, то есть 2739 NR. Диагноз не включается вообще, не подает признаков жизни. Для того, чтобы разобраться, продиагностировать, откручиваем все винты по одному сбоку и 4 сзади. При проверке оказалось, что 220 сюда заходит. Также 220 выходит вот из этого. Здесь есть вот этот вход и выход коричневый-синий. И вот здесь на фишке коричневый-синий. Значит, оба синих приходят вот сюда на фишку, проходят через один предохранитель, через второй предохранитель, и есть предохранитель в самом низу, там где крутящийся двигатель, электродвигатель тарелки. Там есть вот здесь внизу, вот здесь внизу. Там под этой крышкой есть еще один предохранитель. Они все целы, через них проходят и доходят сюда. Значит, по коричневому один из коричневых через предохранитель идет на ТН просто, и еще один коричневый через предохранитель заходит на плату. Вот сюда. Ну, собственно, на плату приходит, и дальше там на плате стоит плавкий предохранитель. Не предохранитель, как вот эти термопредохранитель, а плавкий обыкновенный предохранитель. Так, сейчас попробую подсветить. Вот этот плавкий предохранитель стеклянный, вот здесь над фишкой, он вышел из строя, значит, там стоял 1,6 ампера. Ну, раз 1,6 не выдерживает, я поставил 2-амперный. И все, микроволновка завелась. Сейчас включу и все покажу. Так, включаю в розетку. Включилась микроволновка. Заводится. Это стоп, это старт. Реагирует на дверку, свет включается, все работает. Все вот так. Простой ремонт, замена плавкого предохранителя решила полностью проблему микроволновки. Микроволновка уходит опять клиенту. Подписывайтесь на канал. Простой ремонт простыми инструментами. Все можно сделать самостоятельно.